Приветствую вас. Безусловно, вы получите множество ответов на свой вопрос. По крайней мере, несколько с разных точек зрения, я надеюсь, уж точно. И каждая точка зрения, каждый подход психотерапевтический будет выделять какие-то свои моменты в вашей истории. Например, кто-то выделит негативный сценарий матушки Хаббард. Вы можете сами почитать об этом в интернете. Это сценарий, при котором человек все тянет на себе, все тащит на себе. Вот. И, по сути, постоянно, ну, сокрушается, сожалеет о том, что, ну, вот так происходит, да, то есть, с одной стороны, вроде бы, тащит все на себе, с другой стороны, сокрушается и сожалеет, что это происходит, вот. С другой стороны, несложно увидеть, что вы выстраиваете отношения со своим мужчиной по принципу родитель-ребенок, где вы выступаете в роли такого строгого родителя, который то кнутом, то пряником пытается приструнить ребенка, но при этом совершенно не дает возможности этому ребенку самому столкнуться с ответственностью за свою жизнь, самому почувствовать последствия, вот, потому что вы же как бы пытаетесь, да, по сути, закрыть ну, пытаетесь закрыть все его долги, все его косяки. Вот. Я думаю, что этот подход, безусловно, является верным. Я думаю, что работа со сценарием, возможно, вам и требуется. Но я хотел бы обратить внимание со своей стороны на вот какие вещи. Первое. Удивительное дело, что при всей той силе, при всей той воле, которая у вас есть, которая прослеживается, исходя из вашего, собственно говоря, текста, вы почему-то хотите, чтобы мы навели вас на истинный путь. То есть, по сути, вы перекладываете ответственность теперь уже на нас. Вот получается, что, значит, мужчина ваш перекладывает ответственность на вас, а вы перекладываете ответственность на нас. И, честно говоря, я не сказал бы, что это прям что-то очень хорошее. На мой, по крайней мере, взгляд. Потому что никакого истинного пути не существует. Вот. Есть, ну, ваш, грубо говоря, путь, которым идете вы, и все. Вот. Следующий момент, важный, как мне кажется, это то, что вам жалко молодого человека. То есть, по сути, вы его здесь обесцениваете, ведь жалость — это не, сочувствующая жалость, это не, что называется, не сострадающая, не эмпатическая. Это жалость именно, что, как мне кажется и видится, обесценивающая. И получается так, что где-то в глубине души вы
обесцениваете своего молодого человека. Вот. Вы называете его сиротой, вы называете его там без имущества и так далее, и так далее. То есть изначально вы выстраиваете отношения, ну вот как будто вы выше, вы его жалеете. Он это чувствует, он это знает, потому что вы живете в вашей квартире. И, соответственно, действует. Так. Это не значит, что он плохой, это значит, что вы ему позволяете так действовать. Следующий важный момент, это то, что есть у вас некоторые сложности с, как мне кажется, личными границами. В каком смысле? В том смысле, что вы не отделяете себя от него. Что я имею в виду? Имею в виду я следующее, что не работает. Он, например, а как прожить, вы думаете вам? То есть он не хочет работать. Реагирует агрессивно, когда вы спрашиваете его, значит, ну, вот, про работу. Ну, имеется в виду, про то, как он вот собирается обеспечивать, да, там, себя, вас и прочее. На что получаете агрессию там и так далее. Вот. Но при этом вы продолжаете думать о том, как вам прокормить, условно говоря, вас двоих. Вот это-то и самое, как бы сказать, одновременно и грустное, в то же время самое важное, что у вас нет ограничений. То есть вы не ограничиваете себя от его. А ведь целиком и полностью его ответственность в том, что он не поест, не попьет и так далее. Понимаете? Его ответственность. А не ваша. А вы берете на себя ответственность за него. Ну какой ему смысл что-то тогда менять? Вот. С другой стороны, вы говорите, что он хорошо готовит, хорошо занимается хозяйством. Вот. Ну, может быть, в таком случае, если он хорошо занимается хозяйством, если он хорошо готовит, то, может быть, в таком случае имеет смысл вам как-то вот, ну, как мне кажется, прекратить ждать от него, что он таки пойдет на работу, да, и перестать ожидать от него этого, а просто полагаться только на себя. Вот, а ему оставить удел, значит, заниматься хозяйством и всякое такое. Вот. При этом поставить вопрос,
ребром, что никаких денежных вложений, все операции денежные осуществляются вы, потому что вы зарабатываете. Вот. Можно так сделать. Вот. Но вы от него продолжаете требовать. Как мне кажется, тот факт, что вам стыдно сказать маме, что вы нуждаетесь, например, в деньгах, своим родителям это подстыд, это страх быть слабым. Это не признание себя слабым. Понимаете? И то, что вы себя не признаете слабым, то, что вы себя заставляете вот, в прямом, вероятно, смысле этого слова быть сильной, на мой взгляд, является вашей ключевой проблемой, что вы не позволяете своим чувствам проявляться так, как они на самом деле у вас выглядят. Выглядят они у вас так, что вы хотите, как и любой человек, иметь поддержку. Но вы об этом говорите в виде требований. Вот. В виде требований, в виде указаний, в виде каких-то предъявлений. Вот. И по факту вы не слышите себя. А когда слышите, вы это обесцениваете. Себя, скорее всего, вы стыдите или пристыживаете, как можно выразиться. И в итоге получается, что вы такая вот, как я уже сказал, матушка Хабард, которая все тащит на себя. Не любите вы себя. Не принимаете, не цените. В глубине души обесцениваете. Вот. Хотите сильного мужчину, но при этом сами ведете себя сильным. Хотите иметь возможность опереться на человека, но при этом стремитесь все контролировать. Вот. И вы найдете 1000 причин для того, чтобы это делать. Но в основе этих причин лежит страх. В основе любого контроля лежит страх. Разрешить себе быть той, кто вы есть. Мне кажется, что задача психотерапии, а вам нужна психотерапия, как созависимому такому партнеру, именно в том и заключается, чтобы помочь вам разрешить и увидеть себя настоящей. Увидеть себя настоящей и разрешить себе быть настоящей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу.